Всем привет! Совсем скоро в Зарах пропадут скидочные предложения, потому что завезут новую коллекцию. Поэтому надо срочно туда прийти и успеть посмотреть себе босоножечки, сумочки, а также что? Курточки. Да, на весну. В мужской есть вот такой ценник, написано 40 рублей рубашки, но здесь не только рубашки, здесь есть и куртки. Вот такие вот легенькие, весенненькие, по 50 рублей. Кстати, еще и с подкладиком. Продолжаем. Итак, есть кроссовки, они по 50 рублей, размеров много, даже есть ходовые. А вот такие вот есть за 39,99, но они более тонкие. Ботинки по 70 рублей, посмотрите, много размерного ряда. Есть туфли на скидке 39,99. Вот такие еще есть за 70, смотрите, зимние. Ну, конечно же, это не кожа. Видим новую рубрику «Модники с пеленок». Посмотрите, по 26 рублей вот такие топотули. А еще вот такие вот. И по 39,99 помощнее ботиночки, и внизу даже сапоги. Золотое золото на платформе стоит 30 рублей. Вот такие вот элегантные туфельки-золушки тоже 30 рублей. Есть еще ботильоны по 50. И... сапоги в Техас за 90 рублей. В детстве у моей бабушки дома было много таких ковров. Я даже не подозревала, что из них можно сделать обувь кожаная из коровы. За сколько? За 89,99. Ну что, кто налетает? Внимание, красные черевички 89, розовые черевички 89, золотые тоже 89. Украинский фольклор таки проникся сегодня в Зару. Зара, у меня имеется вопрос, почему эти клатчи такие поцарапанные, и стоят они 50 вместо 90 всего лишь? А еще остальные сумки 40-50, но если на самом деле немного, однако для вечеринки точно что-нибудь найдется. И в мужском здесь тоже есть стенд, все по 49,99. Здесь есть кожанки, вот такие вот меха жилетные, джинсовки и легкие курточки. В принципе, неплохо.